Принт на ткани всегда отражает модные тенденции. И говоря о весенне-летнем сезоне, эта дизайнерская категория становится более значимой. Ведь именно в теплое время года чаще всего отдается предпочтение тканям с рисунком. Цветочный принт в весенне-летней моде присутствует всегда. Вопрос лишь в том, в каком объеме и в каких цветах он будет востребован сегодня. Наступающий цветочный сезон предлагает цветочный принт как в тотал-луке, так и в отдельных элементах костюма. Из пестрой палитры сезона особо выделяется также абстракция. Акварельные разводы, графические композиции, цветовые комбинации, напоминающие узоры мозаики калейдоскопа. Тема абстрактного принта, подобно фантазии художника, безгранична. Геометрическим принтом также нашлось место в модном сезоне. Два главных лидера классики – широкая полоска и крупный горох. Монохромные и всех оттенков спектра. Выделит из толпы истинного фэшиониста, конечно, сочетание принтов. Тем более, это один из главных трендов. Принт-блокинг пришел на смену некогда модному колор-блокингу. Только теперь совмещаются не цвета, а узоры. Четыре принта, а сколько возможных вариаций и комбинаций. Скучным и неприметным в ближайший год предстать точно не получится.